картина маслом. Смотрите, какое стадо лошадей. Ой, там и жеребенки. Огромное стадо лошадей. Ой, какой хорошенький, маленький. Возле Тайгана, да, это не тайгановские лошади, они вот за забором, и они испугали наших слонов. Дженни с Магдой нервничают. Они прижались друг к другу. Дженни прикрывает Магду. Держит оборону. Да, тылы, да. Все тылы прикрыты. Страшные слоники. Ой, коники. Страшные очень коники. Вот они, видите, как бочком разворачиваются. Чтобы с разных сторон обзор иметь. Реагируют, да, на лошадок? Да. Витя с ними гуляет. Мы близко не подходим. Можно потому сказать, что... мы на другом конце озера. Да, потому что это нервные слоники, это чревато. Такие прям лошаденки хорошие. Там какая-то ферма. А то, видимо, с этой фермы. Ветер тут сильный, конечно. Мы думали, девочки пойдут купаться, но вряд ли. Девчонки в напряженке. У них сейчас другое занятие. Держать оборону. Угу. В засаде. Притаились. В кустах. Мы чувствуем себя рыбаком. На берегу озера. На берегу, да, наблюдаем. А вон пеликаны, смотри, подплывают. Пеликаны нас пока не видят. Сейчас увидят и чухнут в сторону. Так, тут периодически будут травки мелькать перед камерой. Извините, да. Мы в полевых условиях. Пеликаны. Подсмотрю немножко. Подсмотри пеликанов. Добавим сюда и пеликана. Биотоп. Коники, слоники, пеликаны. Витя. Так, пеликаны, вы что-то размылись у меня, они листики в фокусе. А потому что они заплыли за листики. Одни жопки слонови. Что ж такое? Мы пока сюда шли. Девочки так трубили, так трубили. Пока дошли, они, походу, увидели коников и все. Все, перестали трубить. Отрубили, они радовались прогулке. Они любят прогулкам. И всегда трубят, когда на озеро идут. Да, по-моему, они всегда так радуются. Мне кажется, да. Ой, ласточки летают низко, к сожалению. Говорят, к дождю. Магда там дела делает. Не, сегодня не должно. Нам дождь не нужен. Кузнец не нужен. Все? Что там? Ой. Слоняшки. Магда там в туалет ходит. Крупным надо, планом надо. У меня вот это вот все. Ну, простите. Я отзумила. Вот так вот. Травка тут. Красота какая. Куда пеликаны делись? Уплыли. Что, подождем чуть-чуть? Подождем. Так, так, так. Кто-то медленно, но уверенно так, приближается так, так. К водичке. Мешает мне кустик. Камыш. Или какой тебе камыш? Ну вот листья от камыша. А вот эти? Да. А ну, Танюша. Замути мне картину. Да, вот, отлично. Вот еще вот этот колосок. Какой? Прямо, вот, да, вот. Спрячем. Да, отлично.
поломали все кусты. Я их нагнула, они не сломались, только сухую палочку. Так, девчонки, не один куст. Девчонки тут да. Купаться. Класс. Все, заполни. Дженни пошла. Бульки носом. Ой, как хорошо. Вообще класс. Вообще подводная лодка сейчас будет. Здорово. А Магда спиной что-то? Смотри, это что-то новенькое. Спиной заходит. Смотри, как могу. Смотри, как надо. Так, разбрелись девчонки по озеру. Попу помочила только что. И все. И все, да, и хорошо. Дженни ушла в заплыв, смотри. Магда, все. У нее это сейчас чулочки. Сейчас и Дженни за ней выйдет. Она так смешно стала хоботом мотать. Магда сейчас как разукрашенная. Разукрашенная, смотри, да? Так, а Дженни тоже, смотри, какая, с пятном на спине. Класс. Ух ты! Что там? Бурчат, как нравится? Слышишь? Класс, вот это классно. Аж здесь слышно, на другом конце озера. Красота. Вообще. Поезд, да? Скорый поезд. А слышно, как бурчат. Дженни Магда. Это класс. Отправляется с пути. Ну, чего вы, девочки? Там и хлоп-хлоп вот это. Бабочки наши. Пятитонные бабочки. Такие хорошенькие. Бравушки, девочки. Все, раз, позиция. Раз. Оборонительная позиция. Собрались. Молодцы. Ай, девчули. Не знаю, будет слышно на камере или нет, но нам слышно, как они бурчат. Да, слышно. Я думаю, будет слышно. Ну, не знаю, ветер. Может, да, ветер. Ветер, вообще. Смеховичок. Ну, поэтому, вообще. Может быть, и не слышно. А сейчас закидываться. Сполоснулись, теперь закидываться. Девчонки, вы мало сполоснулись. Спинки сухие остались. А Магда так вообще в чулочках. В чулочках. На хобот, на хоботе носочек какой-то. Цветной хоботочек. И хорошая. Ветер приличный. Разворачивайтесь, одни жопки вот это вот. Они же туда, в сторону лошадок. Ну да, лошади. И показывают нас двое. Страшные коники. Да. А там много лошадей. Они маленькие. А тут две мадам такие. Две жопки. Магда в тюлках. Жені сверху покривала, а у Магди чулки. Парео, парео. Да, парео. Девочки на пляж. Просто Дженні спину кремом не намазала. А Магда, вернее, намазала. Намазала. А Магда, да, ножки не намазала. Давайте еще купаться, девчонки. Ну, еще разочек. Магдуля.
Чего ты там хоботом торвешь? Дженни землю ковыряет. Нашла что-то там, что-то. Засиделась? Сыро. Тянет. Ну, это да. И мурашки. Мурашки? Да, по мне вообще столько мурашек уже пробежало. Одна даже, походу, сыра. Я к своим мурашам домой новых принесу. Эти дикие, мне кажется. Ты думаешь, они не захотят? Да. Я думаю, у меня просто муравьиная ферма дома. Я думаю, просто выпало одно. Столько пыли. Ага, лошади дальше отошли. Отошли дальше? Да. Может, сейчас эти успокоятся? Может. Девочки. Блин, ветер сильный поднимается. Пойдем мы, наверное. Пусть девчули гуляют.